друзья. И не только друзья, все, кто увидит эту запись, всех поздравляю с Новым годом. Традиционно подводим итоги со словами, что год был непростым. Это уже у нас вошло в привычку. И всегда надеемся на то, что следующий год будет лучше. Не знаю, насколько он будет лучше, но будем надеяться на это. Будем верить в то, что худшее останется в уходящем году, а в будущем будет только лучше. Желаю всем добра, любви, счастья, процветания. Будем надеяться, что 2018 год все-таки окажется лучше предыдущего. Будем верить. Всех с Новым годом. Всем большой привет из Екатеринбурга.